Итак, ребята, всем привет! Это такое срочное видео. Ребят, еще со вчерашнего дня, с позавчерашнего дня вечером, никто не может зайти в Roblox. И так быстро объясняю, что же это такое. Слухов очень много, говорят, что это хакерская атака, говорят, что Roblox в принципе удаляют, говорят, что просто какой-то глобальный сбой. Еще говорят, что самое страшное для меня это то, что зачищают аккаунты, то, что очень многих пользователей сейчас удаляют, те, у которых были какие-то долги по робуксам. Сейчас происходит массовая зачистка, это слухи, ребят, это неподтвержденная информация. Не хочу вас напугать, но, возможно, многие из вас просто не смогут зайти в аккаунты. Слухов, ребят, сейчас очень много, просто подписывайтесь на мой канал, буду вас держать в курсе, буду сюда постить последние новости, буду мониторить все аккаунты, поэтому подписывайтесь, я думаю, что все заработает, а может и нет, ребят. Короче говоря, нужно немножко Роблоксу дать времени, пока что не паникуем. Есть еще, конечно, такой слух, что у всех обнуляются там ресурсы. Говорят, что пэты пропадают, робуксы тоже. Ребят, не пугайтесь, это все слухи. Опять же говорю, это не подтвержденная информация, но такое может быть. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, буду держать вас на этом канале в курсе всех событий. Всех люблю, ставьте лайки.